вырос в христианской семье. Вот. Я покаялся в 93-м году. Бог изменил очень много за мою жизнь, когда мне было всего лишь 17,5 лет. И, вот. И я уже учился в музыкальном училище. И где-то это все обусловило мое призвание. Музыкант, певец. Поэтому то, что я и делаю, это я сейчас езжу, пою песни, которые Бог мне дает, и делюсь ими с людьми в разных штатах Америки, в разных странах, и, знаете, уникально. Вот. Из разных мест соберутся люди. Возможно, мы с ними встречались в жизни. Сейчас они, может быть, далеко, но мы все соберемся в одно место. Мы все соберемся у ног Христа, и мы будем его прославлять. И это будет действительно большая радость, большое утешение. Вот. Поэтому сейчас вашему вниманию я хочу предложить эту первую песню. Она называется «Наступает рассвет». Thank you.
запущены, не для цели будничным зрением. Нет, не спасут тебя святые мощи, не везут пришельца в корабли. А с Христа смотрит любовь, видят нуждания твои. Слезы в глазах, капает кровь, ждет только слово прости. А с Христа смотрит любовь, видят нуждания твои. Слезы в глазах. Стоп!